Канаде объявили срочную эвакуацию, и все из-за лесных пожаров. В зоне риска сотни домов, где проживают до 7 тысяч человек. Огонь бушует в лесах провинции Западная Колумбия на западе страны. Сейчас насчитывается до 180 очагов возгорания. Из-за густого дыма пришлось закрыть региональный аэропорт. Причины пожаров пока выясняют. Среди основных версий – человеческий фактор. С очень многими людьми не было связи. Это усложняет эвакуацию. Мы пытаемся оказывать всяческую поддержку здесь, в центре. А самое главное, просим сохранять спокойствие. Во время регистрации люди паникуют и рассказывают, что им довелось пережить. Мы делаем все возможное.